маленького Рича. Это, кто помнит, мы захватывали ангар контрабандистов. И сейчас, за то, что я посадил многих его людей за решетку, у меня сейчас достаточно от него, так как он большая шишка, большие сейчас проблемы. Я взял с собой небольшой пистолет на всякий случай. Сейчас я ему отдам товар, а точнее дорогой металл, который мы нашли с Макаром. Посмотрим, что из этого выйдет. Последствия я не знаю, какие будут. Всем приятного просмотра. Кирище будет недоволен. Совершенно. Да. Маленький Ничик просил передать, что есть долг. Ну, я... Пускай я жду новых указаний. Пускай... Маленький Ричи недоволен. Моя плата? Сколько здесь? Это не плата. Это подарок от маленького Ричи. Я понял вас.